Приветствую вас на канале ProGamer Television, с вами Сафер 3 Тройки, и у нас с вами игра Far Cry 5 и пятая серия. Ну что же, поехали. Если помните, в прошлой серии я там искал башню недостающую. Я тут случайно, когда я опубликовал видео, увидел, что она находится на заводе. Сейчас я... Где он у нас? Вот, завод грибнушей. Странно, что я ее не заметил с вертолета, хотя... вот почему странно. Она же не очень высокая. Ха-ха-ха. Ну, в любом случае лишней не будет, если мы ее грохнем. А мне кажется, это вообще не башня в таком случае. А, подождите, башня же она не тут, она там. Так, подождите, и чё толку-то? Даже так, ну ладно. Друзья, отключать-то тут нечего, хочу вам сказать. Ну, значит, это не вышка. Так, ладно. Так, что я предлагаю? Давайте мы с вами тогда будем сейчас тупо. Тупо. Открывать точки. Да, слышно, как там пчел улетает. Это ад какой-то. Ну ладно. Пипец. Вы знаете, вот удивляя, трупы исчезли, вот трупы врагов, а свои трупы, они даже не этот, не убрали. Жесть. Что еще можно сказать? Вот костюм крыло нам нужен тоже. Очень поможет в некоторые моменты. Так, ну ладно, мы здесь берем лук. Кто это стреляет? Так, стоп. Где метка-то? Свои. Итак, что у нас тут? Опачки. Один негодяй. Но быть такого не может, что он был один.
Смотрите, там еще кто-то. Место. Спасибо. Думал, все. Уже жизнь перед глазами промелькнула. Ты чё тут хоть? Осторожнее. Слышал, сектанты сгоняют диких зверей к старому депо. Так, мы эту точку освободили, нет? Да, освободили, друзья. Это что такое значит? Магазин. Ёпты, мастерская. Еще и транспорт можно это модернизировать. Да ну нах. Так, слушайте, ну это интересно. Это прям, что-то мы как-то даже не этот... Не задавались этим вопросом. Предметы. Ладно. Дальше чистим. Давайте сейчас поблизости точки все. Вот это что такое? А это что? Хижина Робертсов. Вооруженный конвой. Давайте на сюда. Они наоборот уезжают, я их не догоню. Ну и валите отсюда. Вот такие умные, поехали на разведку. Опачки, а вот это хорошо. Силосную башню мы сейчас грохнем. Но перед этим мы с вами посмотрим. Так, трое. Еще одна силосная башня. Или нет? А вот это значит, что за нами кто-то следит. Нет? Да ведь это что такое? Они его так распяли, что ли? Записка сопротивления. Если меня читают эдемщики, знайте, вы у меня на мушке. Если вы из сопротивления, приходите к элеватору, буду ждать вас внутри. У меня крутые игрушки, которые можно использовать против сектантов. Только смотрите под ноги по дороге сюда. Мои маленькие друзья не любят, когда их беспокоят. Сказал чувачок. Записка сектанта. Мы должны захватить это место, но нам противостоит какой-то грешник со снайперской винтовкой. Будьте осторожны. Так, стоп. А здесь он сказал, куда нам идти?
Элеватор, элеватор, элеватор. Где он тут? Твою ж то мать. Черт, а как туда зайти-то? Пардон, а где наша труба? Ой-ой. Так, слушайте, а мне же надо... Блин, подождите, а где трос натянут? Так, это уже интересно. Да пипец. Так, значит, все-таки там. Может быть, понизу есть проход. Точняк. Блин, самое главное не выстрелить. Это пипец. Покойник сразу. Ой. Вы гоните, что ли? Ишь ты, блин. Слушайте, здесь что-то есть. Нужен ключ. Ой.
Так, друзья, что-то не понял, как выйти отсюда. О, next. Да пипец какой-то, а? Что делать-то? А, слушай, через верх тоже нельзя. Фак. Заебало. Стоп, куда лезть? Слушайте, это не прикольно, что за фигня-то вообще? Так, стоп, стоп. Так, приехали, бля. А, стоп, подождите, вот тут есть кнопка. Не понял, а весло-то у меня откуда? Понятно. Она ломается. Да, друзья, это жопа какая-то, честно вам скажу. Что за фигня? Как его открыть? Короче, ключа нету. О!
понял. Пизду. Так, грузовик для жатвы. Что будет, если я в него сяду? А, слушай, там животные же. Паршивая. Да сколько вас тут? Так, давайте в грузовик залезем. Так, подождите, давайте посмотрим, куда идти. Опа, самолет есть. Подождите, реально что самолет? Да, самолет. А, вот он. Нацистский этот грузовик. А он как будто и бы не услышал. Где этот олень? Вы это видели? Куда он делся-то? А, подождите, это рыба. А оленя нет. Обалдеть, самолет.
Давайте сюда. Куда мы летим-то вообще, по идее? Ах, вот оно что. Отлично. О, это заводик же наш. Смотрите, эти башни. Все это надо, блядь, подрывать. Вот еще одна башня. Надеюсь, на карте-то все это отмечается. Опачки, это что такое? Слушайте, здесь вообще как-то богато все населено. Я надеюсь, у меня уже парашют есть. Бля, как же так, а? Пиздец, здесь ни одну кнопку нажимать, здесь зажимать надо. Ох, ёб твою мать. Так хорошо все шло. Только не говорите мне, что это за километр отсюда. А знаете что? А мы его посадим сейчас. Гнида позорная. Пиздец. Сволочь, ну ладно.
Вышка. Ого, тут у вас, конечно. Сначала, наверное, снайперов снимем. Еще один сверху. Два стоят. Тогда хотя бы сирену отрубим. А, фак. Все. Ты прав, Чебурашка. Отец укрепил мою веру. Черт побери. Черт, кто патроны ничего не взял. Над камином в качестве трофея.
Ну-ну. Так. Ух ты, ёпта. Так, а если я куплю, интересно, это что значит? Обалдеть. Обалдеть. Слушайте, на это купим. Так, теперь давайте оружие посмотрим. Ну вот видите, уже много чего открылось. А, нет, это лучшее было просто. Скорпион. Точность фиговая. Денежку здесь подзаработать, конечно. Офигенная тема. Фак. Так, слушайте, блин, если такие вещи тут есть, это ж вообще супер. Пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
Как получилось? Держи ровно. Теперь ложись на левое крыло. Только аккуратно. Иногда заедает. Ну вот, если бы что-то было не так, ты бы уже сделал бочку. Видимо, кто-то в секте таки шарит в самолетах. Слушайте, блин, воздушный транспорт, это вообще тут рулит просто. Хотя вертолет тоже был бы очень неплохо. Держись ниже! Ё-моё! Это ж надо вломиться на ранчо Иоанна и свалить, как ни в чем не бывало! Так им! Они в шоке, небось! Хотел бы я сейчас посмотреть на их лица, тупые дымщики. Они всегда так поступают. Приходят к тебе домой, забирают, что хотят. Со мной было так же. Знаешь, зря я переживал за самолет. Он ведь еще никого из нас раев не подводил. Что бы мы делали без самолета? Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо. Не каждый сможет защитить свой дом. Если честно, насчет себя я не уверен. Не знаю, есть ли у тебя страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился! Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так! Разве я не прав? Блин, слушайте, на самолете сейчас вообще кучу очков можно заработать. Сектанты направляются к северу от аэродрома. Избавься от них, пока они на земле. Thank you.
садиться сложнее всего, но я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Боже мой! Боже мой, охренеть! Твою мать, получилось! Получилось, спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время... Мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай! Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот. Мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким, не выходи, пока я не вернусь! Ты неплохо разогрел пушки, но я... Ким дома! Позаботься о ней, дружище! Заберитесь внутрь! Твою мать. Куда идти-то, твою мать, а, сука? Блин, ну это, конечно, пистолет. Улетел. Подожди! Я сниму снайперов на крыше! Распустим этих уродов! Блин, давай, лечись-то, твою мать, быстрее!
долго снимаешь, пипец еще какой-то, а. Блин, двоих. Я ваша смерть в небе. Это не все, другие на полосе. Не подходи близко. Я сброшу на них бомбу. Ой, ты ёб твою мать. Блин, не успел убежать, а, тварь. Вот и зафигачили меня, твари. Близко, бля, хоть не близко. Или ты творишь-то? Бомба! Ара! Встает, живет, вот. Ладно, думаю, все кончено. Я сажусь. Может, подсобишь нам с сумками? Подсобишь. Что же, Ким, погнали. Нет. Нет? Нет. Идем. Ведь это наш дом. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким... Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник... Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. В составе отряда. Обалдеть. Итак, что ж нам делать-то дальше-то? Вот это меня прям радует, твою мать.
Это что такое? Бля, этот вооруженный конвой, сука, заебал. Давайте его уничтожим. Ага, херушки. Так, надо поохотиться нам. Давайте посмотрим, где это лучше сделать. Во, кстати, смотрите, здесь еще место есть у нас какое-то. Сейчас хочу самолет. Дерьмо, нифига стреляют. Так, свои. Смотрите, там что-то... Мусорология. Записка выживальщика. Дод. Куда-то запропастился. Но думаю, что он будет против, если мы... пороемся в его запасах. Если включить электричество, лучше смотреть под ноги. Там проблемы с изоляцией. Это было сказано вообще. Подождите. Электричество. Нет, это игра. Хочу. Понятно. Не помешал. Здесь вообще ничего нету.
Где он? Лежит-то. Все. Ах, дело номер. Ладно, давайте смотреть, что тут еще есть. Че, гоните, что ли, чунка, здорово? Так. То, что сами эти металлические, ничего, да? Угу. Письмо Дода. Если вы читаете это письмо, то знаете, я уже на Кубе, где нет ни бюрократии, ни сраных СИДов. Я устрою мегасвалку там, где люди будут это ценить. Берите все, что хотите. Я уже получил выплату по страховке. В жопу эту страну, Дот. Что, сука? Спасибо за помощь. Тварь. Так, ладно, давайте дальше. Тут ничего нету. Так, журнал. А, дополнительное задание. Давайте вот дополнительное сначала посмотрим. Так, давайте аванпосты сначала освободим. Сука, где наша машина? А, стоп, очки навыков еще нам дали. Отлично. Так, вы можете носить больше предметов, в том числе и 5 аптечек, также доступно в аркаде. Патрончики мне нужны больше, наверное. Так. Не, давайте сначала мы по патронам все-таки посуетимся, а там дальше уже будет видно. Thank you.
Вот сука. Догоню. Попал, ёпта. Блин. Блин, там столько стрел, не хочу отпускать. Нет, ни хрена не попал. Сука, они по ним стреляют. Да что же вы делаете, твою мать? Ёб твою мать! Завалили. Испорченное мясо. Это еще что такое за место? Дом Дода. Блин, ты что ж коза делаешь-то, а? Если б я знала, что дед их продал. Привет, я Надин. Может быть, ты сможешь мне помочь? Дедушка хранил эти комиксы с самого детства. Видать, решил, что его детям они не нужны, и продал. Только вот мне нужны. А дедушка умер. Секта постаралась. У меня ничего не осталось на память, так что мне нужны эти комиксы. Если найдешь комиксы, я смогу тебя отблагодарить. Мне нужна вся серия. Обалдеть. Ты еще здесь, несмотря на все, что произошло? Бляха-муха! Нехило. Дура, блин. Это правда? Ты поубивал всех сектантов в Фолсейне? На самом деле, мне нужны деньги только на самолет. Как только будет самолет, я сразу начну летать и все уничтожать. И мы сразу разбогатеем. Обалдели, что ли? Ну нахрен это все! Я пошел! Помогите!
Твою мать, ты что не слышишь, у тебя пули свистят? Что это за место? Что-то знакомое, ни хрена себе, все разграбили. Ничего нету. О, враг вызвал подкрепление, нифига себе. Пусть догонит. Такое. Никсон, величайший каскадер Америки, устроил для своего лучшего друга Джорджа Рая трехнедельный мальчишник. Во время празднования Джордж поспорил с Клатчем, что тот не сможет пролететь через ущелье, уничтожив все препятствия на своем пути. «Подержи мое пиво», — сказал Клатч. Даже несмотря на то, что Клатч был настолько пьян, что не просыхал до конца своих дней, он все равно успел выполнить трюк раньше, чем его пиво согрелось. О, хрена, кто это? Меня просто быстро... 19-й. Ешь, молись, стреляй, ничто не остановит Клатча. Давайте примем. Что это такое? О, черт. Я сначала подумал, что через него пролететь надо. У него новая заставка. Мы проделаем. Ладно, я понял. Да полетели тоже уже. Я не могу на это смотреть. Я тоже, честно скажу. Ах ты, ёб твою мать! Контрольная точка не пройдена. Да, слушайте, не так уж и просто. Может быть, знаете, на джойстике попроще, но...
здесь что-то не очень. Прончись все контрольные точки. Ладно, давайте. Будем рисковать, ничего не поделаешь. Еще разок и пока забьем на эту херь. Слушайте, явно на джойстик надо подключать, и на джойстике как-то попроще будет все-таки, чем на клавиатуре играть в калькулятор. В бешеный калькулятор. Поехали. По 5 секунд, да? Очень густые. Нет права на ошибку. Блять, ты специально это сказал, долбоёб? Потом джойстик тогда возьмем, тогда с джойстика будем летать. Да вы гоните, что ли? Ну ладно, пройдем, твою мать. Это, блин, апокалипсис. Музыка ехала, откуда что-то. Так задумался, бля. Оперный театр, сколько тут еще будет, это говно. Кроны деревьев очень густые. Нет права на ошибку. Слушай, хватит меня гнать.
Блять, как отсюда выйти? Ёб твою мать, сука. Блять, такой облом. Идите вы нахуй со своим говном. Выпустите меня, сука, отсюда. Пизду. Отменить, ёб твою мать, задание. Нет, подожди. Нет. Блять, куда выйти-то? Отменить задание. Пизду, блядь. Долбоебизм этот сраный. Пиздец, меня вон посты надо захватывать, а он какую-то херню меня тут гонит. Ёб твою мать, вы чё, гоните что ли? Отменил, блядь, задание. 24 стрелы хотел. Растенец, растенец. Взять нет места, вот так вот, блин. Анал, а не растенеца. Ишь ты. Совсем пидоры охерели. Долбоёб. Нет! Я его вижу! Вон он! Вот это уже грустно. Совсем что охренели, а? Так, что идем? Думаю, что будет сложно, а тут что еще ожидать-то, а? Вот, смотрите, снайпер сверху. Таких вот козлов надо сразу снимать. Так, ладно, давайте попробуем. Фак. Сейчас увидит труп. Так, ну они уже все поняли.
О, давай, давай. Черт, оружие не взял. Зашибись. Этот эгоист, пастор Джером, сбился с праведного пути. Если бы он и впрямь посвятил себя Господу, люди не оставили бы его. А ты, помощник, все равно признаешь свои грехи. Потому что... Так, что у нас тут? Здесь же должно быть магазин. Призыв к жатве. Коллапс грядет, и он хочет, чтобы мы свезли сюда как можно больше удобрений, как пропитанных блажью. Осторожнее, не взрывоопасные. Вместе мы придем к вратам Эдема. Это уже было. О! Рано или поздно тебя тоже. Я бы не справились. Так, что у нас дальше-то, друзья? Дополнительные аванпосты. Последний аванпост. Спокойно. Пока еще нет. Со спокойствием придется немножко подождать. Забавно. Гнида, нифига себе, вертолет спустя. А, все. Твою мать. Слушайте, какие просторы и нету животных. Лишним все равно не будет. О-о-о. Тихо, тихо.
Сука. Я так быстро не бегаю. Самолет. Вообще. Блин, как же так получилось? Хуя себе. Ну, переплыть надо. Слабишь булки, Вера натравит на тебя своих уродцев. Потоковое ТВ, потоковое кино, потоковые новости, потоковые мнения, потоковая истина.
возьмем оружие, мадафака, нет. Блин, шкуру не взял. Я вижу, поиски запутали тебя. В юности я потратила на них не один год. Я была как крыса в лабиринте, бегающая за куском тухлого сыра. Отец помог мне понять, что за пределами лабиринта есть миг. Мир, где меня не сожрут. Не сожрут. Что такое испорченное мясо? 5. Итого 6000. А полюбит. Где не забирают. Спасибо тебе. А отдают. И он встретит меня с распростертыми объятиями. Больше я ничего не ищу. Я здесь, и я несу его слово. Узри мир за стенами лабиринта. Гав. Прикольная тема. Это свои. Так, ну что ж, я думаю, мы на этом и закончим. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир Три-тройки на канале про Gamer Television. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Я ж, блин, слюну проглотил.